Да, выиграл. Миша выиграл, да. Так, я карту купил в доме, я кого-то не знаю. Ты там славничный? Ну, очень классный. Да, сами стоять, которые не школе, в бараке. Для учительницы прям конкретно заточены. Все там со звездами творожки. Прям очень прям. Ну, настоящие прям, понимаете. Ну, ты же сказал. Я же сказал. Парень прям мне сделай конкретно, чтобы мне понравилось. Слушай, ну ты коллекционируешь, да? Да, а я знаю, сколько в Испании не купил, рабочий. Это итальянский не купил. Раритетную колодку в интернете. Вы играете в свои жены? Нет, жена нет. Нет. Зашел в интернет, смотреть, что же я там купил. Обомлел, колода стоит 30 евро. Который я купил, а у меня одна картина. Вот не хватает. А не было ее. Я говорю, что у колоде не было одной жарко, жарко, хорошее. Вот так вот. Ну, интересно. Ну, если коллекционировать, все, квартира обставили. Все, зал забит, все. Шифонер, диван белый такой. Ну, мы тоже стол привезли нам мягкий, все. У меня не хватает только штор. Закрыть стороны. Установки есть. Нет, не что. Да. Ну, поездка отняла. Слыхать тоже надо. Вот эти шторы, конечно. Людей посмотрели. Саша, вот много русских. В Испании она наполовину русская. Живут в магазинах русские, в отелях русские обслуживают, официанты. Ну, сколько туда сбежало. Ну, значит, там жизнь лучше.